Подписывайтесь на Телеграм и приходите на стримы. Кстати, не скипится анимация здесь. Холодно ему. Если я не найду очень быстро стихию, он замерзнет в сосульку. Поторопись, Тиджик. О, сразу на входе дверь к боссу. Что? Этот этаж сделан из льда. Осторожней, не упади и не заморозь свою... Не прилипни, короче, к полу. Так, что это такое? Ой. Прикольный данж. Там выше справа для маленького дырка была. Окей, потом чекнем. Dual screen-то, видимо, играет твоя вебка. Мне кажется, вообще вот Nintendo DS стримить не очень прикольно. Из-за как раз таки экранов. Ну, наваливают только так. Куда это? И зачем это? Дальше в самом душном данже. Да, я уже читал. Только не вслух. Спасибо. Эй, солнечный свет пробивается. Так приятно и тепло. Я могу... Я наконец-то чувствую то, что я размораживаюсь. Ты закругляешься? Да, после данжа, наверное. О, он протопил прям. Прикольно. Похоже, то, что что-то заморожено в этом блоке льда. Почему бы тебе не посмотреть? О, головоломки! Нет, еще и такого характера. Пиздец, это полный пиздец. Ха-ха, я буду страдать. Ты получил маленький ключик. Использовать для того, чтобы открывать запертые двери и блоки. Можешь использовать его только в данжах. Музыка прикольная, прикольная. Прикольно. Ну все, механики заинтродюсили, теперь они будут супер сложными. Мне уже позволяют, что ли, ключ босса получить? Ну, ладно. Если попробуем, я могу вообще обратно вернуть. Тут еще кубики зачем-то есть, и, возможно, они тоже как-то должны быть... должны юзаться. Пам-пам-пам-пам.
Не, пока не надо, мне самому интересно. Да, вроде, кстати, все. Big Brain. Спасибо, Коматос. До Талова проходишь? Так я не знаю, что это значит. Я не знаю, что это значит, типа, на фул прохожу или не фул прохожу. Я просто прохожу, ну, с кайфом и... Ой. Звук зашакалило. Бля, мне не нравится это. Ты решил за стримом груду пройти? Не, я не успею, ты чё? Что-то пропределась игра немного, мне страшно. Сейчас вроде нормально все. Ну это вряд ли комната босса. Опять. Вас тоже, да, сейчас пердит или нет? Кто-то написал, у нас норм звук, но по-моему это у всех пердит. У нас вроде норм все. У нас норм. А, это... Может, это наушники сдохли? У меня и в винде тоже пердит звук. У меня аж там проводки что-то это... След от наушников. Спасибо. Не, походу конец наушникам. Сейчас я возьму другой провод. Да, проводу пизда. Блин, вот бы научиться паять. И перепаять это нахрен. Сейчас поменяю все. Сколько у тебя проводов для наушников? В комплекте 3, один тоже подразрочен. Байеры. Все, кайф. У меня теперь вот такая вот байда будет. Как у старых телефонов. Домашних. Что такое байеры? Что ты такое байеры? Эй!
Хорош, Тиджик. Похоже, это и есть элемент, окей. Но что мы будем делать? Мы даже не можем прикоснуться к нему до тех пор, пока он запечатан во льду. Нам нужно его каким-то образом расплавить. Крутой байдай, я и теребить иногда люблю. Наушники, бляха. Байбер динамик. Какое-то говно, наверное, полное. Так и чем они лучше-то? Чем мои? Их там еще и куча разных моделей. У меня хорошие наушники от аудиотехники. Даже слишком хорошие для деятельности, в которой я их использую. Жесть, гигантский замороженный чел. Мы его, видимо, тоже растопим, и потом будем с ним сражаться. Фигурка. Хеллтейкер. Сегодня на третьем канале ролик выходил. Можешь посмотреть. Ну, сейчас, если что, оверолл цены на технику сумасшедшие. Я свои, по-моему, М50X за 15 или 17 тысяч брал в 2017 году. Не, я если буду какие-то наушники брать next time, то я буду брать беспроводные. От Sony, наверное. У друга есть, там еще классное шумоподавление такое. Там более новые версии как раз выходили. Вот их бы я попробовал. А, тут нырять надо. Жизнь дорого, ну и служит. 5-й год. Да, там типа что-то отклеилось, сейчас провод где-то сдох, но оверолл наушники работают. Учитывая, сколько всего они пережили, сколько разных там падений, и эксплуатируются они каждый день, я вообще ни разу не пожалел о том, что я купил их. Который выходит еще XM4. Без понятия, что ты такой назвал. У меня аудиотехника M50X. Если так вводишь, то они гуглятся. Ну и под стрим у меня они тоже указаны. А, ты про соневские? А, да хрен его знает какие. Давай загуглю. Я не какой-то аудиофил, а ты, походу, что-то из этого разряда. Да. Ну, визуально точно да. Но их там несколько вариантов. Вот, я их слушал, мне понравились. По качеству звука они были чутка даже лучше, чем мои. Вот, и более того, они еще и беспроводные, и шумоподавление у них не на физическом уровне, а при помощи софта. Это круто. Ну да, ботик есть такой. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Не на третьем, на втором канале. Я говорил, что на втором канале был ролик про чеснок. Прошлый раз мне больше нравился, если честно. Да я сейчас как-то его еще неторопливо прохожу, потому что мы с вами общаемся. Так, я могу сдвинуть камень здесь, но это выход, да? Что-то я уже пожалел, что начал подниматься. Да, нормальный данж. Что вы накинулись на данж? Прикольно. И новые механики какие-то, и штучки. И это еще самое начало, блин.
Проход спереди скрыт. В нижней части горшочка. Окей. Пока, Коль. Омега. Ну, было очевидно, что тут должно быть что-то. Как будто в Sonic Adventure 2 за Knuckles закопаешь. Блин, прикольно, к механике плавания они еще добавили нырок, который нужен для ловушек и которым можно находить предметы. Кайф. 27к за те Sony наушники. Ну, хорошая техника дорого стоит. А сейчас, Игорь, еще дороже. Когда он выходил? Просто поищи, не знаю. Наверное, в паблике на Столкина какое-то уведомление было об этом. Да, ну бляха, можно подешевле. Ну, можно за 500 рублей или за 200 рублей взять наушники. Кто же запрещает? Я просто не уверен, что с сопоставимым качеством ты найдешь дешевле сильно наушники. Либо это займет много времени поисков, и нужно опять же вариться в этой теме хорошечно. Ну, беспроводные всегда дороже стоят, чем проводные. Потому что ты платишь за комфорт. Звук же это вообще такая тема, то что ты пока вот не возьмешь два каких-то звука не сравнишь по звучанию, ты, вероятно, даже не заметишь разницы. Ну, не всегда, конечно. Но во многих ситуациях так и есть. Особенно если плюс-минус из одной ценовой категории товары. Там вообще прям сложно будет сравнить. Нужно смотреть всякие вот эти АЧХ туда-сюда. Уже на каком-то таком серьезном уровне разбираться, где они по факту лучше. У меня лично нет большого интереса в звукарских штуках, поэтому я бы свое время точно не стал тратить на то, чтобы там найти какой-то схожий вариант, но дешевле. Если бы я нашел вариант, который бы меня устраивал, я бы просто старался там, не знаю, подкопить деньжат на него. О, давно тебя не видел. Нужно дальше проплыть, да? Прикольный дальше, мне пока очень нравится. Не знаю, почему вам не нравится. Наоборот, такой очень необычный. Надеюсь, дальше будет не хуже. Не успел. Из-за того, что скользко. Кошмар, как скользко. Еще, может, спрашивать, я все время жестко задротил по этой теме. Постараюсь держать в голове. Спасибо. Должен был давно понять, что наше мнение расходится немного после того, как ты чат почти сказал, что лук им не нравится. Ну, лук слабый. Лук слабый, но он все еще прикольный. Урона бы ему побольше. Учитывая, что у него, типа, расходуемые снаряды, и он наносит урона меньше, чем меч, это, ну, странно. Могло быть лучше. Но он все еще в некоторых ситуациях может быть полезен. В плане механик он интересен, а в плане драйвовости тот данж с огнем был по драйвове. Данж с ветром, ты хотел сказать, наверное, который на болоте. Прошлый. Так, теперь мы можем знать, где что пропустили.
Ну, кстати, не, вполне удобный лук, как по мне. С ним даже перемещаться можно, когда стреляешь. Ну, когда тетиву зарядил. Во многих играх бывает похуже в этом плане, конечно. Ему просто урона добавить и все. Да, ё-моё. Может быть, ему сделать поменьше, типа, запас стрел? Есть где-то улучшение лука? Не спойлерите, пожалуйста. Пожалуйста, не спойлерите. Мне интересно, какие еще апгрейды остались. Он написал вроде нет, но я же сказал, блять, не спойлери, пожалуйста. Пиздец. Дружище, ну зачем? Ну почему? Ну я же попросил, ну пожалуйста. Так, ну вроде по звукам все нормально. А чё там? Проплыть я не смог, да, там? Кстати, на льду можно останавливаться, когда ты начинаешь бить. Это очень удобно. Прям мега удобно. О! Головоломка. Ищи сундук. Что-то вазы, конечно, все менее полезные, все менее полезные, все менее полезные. Блин, луком бы хотя бы летающих существ сбивать, было бы уже неплохо. А? Больно? Блин, кстати, охренеть, я уже хп потерял как много. Трупи. Окей, сундучело. Начну как-нибудь проходить, потому что картинка в голове появится. Тун-тун-тун, тун-тун-тун. Ой. Что-то мне подсказываешь, я уже сделал что-то не так. Или нет, нормально все. Я Big Brain, что у меня осталась одна лишняя, или здесь просто несколько способов прохождения? Пока ночи, пиджат. Ты думаешь, в головоломках прям всегда целенаправленно делают несколько способов? Мне кажется, иногда просто разработчик планирует, что будет проходить одним способом, и из-за того, что они создали какую-то структуру, появляется несколько таких вариантов. Но вообще, кстати, игра стала посерьезнее, я бы сказал.
Я что-то смотрю, у меня ХП уже далеко не на фулах постоянно. Какие-то мобы мерзкие начали появляться, вот какашечники. Вот что он ко мне пристает? Вот что мне, блядь, делать с ним? С придурком этим какашечным? Но если разработчики умудрились в одну головоломку, типа, там, целенаправленно несколько способов добавить, то они прям гении. Там же чел говорил про какой-то секрет с вазой. Может быть, это... Вазу он имел в виду тот символ Омеги? Ой. Диджей, ты где? Ты все еще подо мной? Так темно. Биг. Биг. Клюв. Blazing Beaks. Действительно, как я мог не догадаться. Я даже не вижу свой клюв перед своим лицом. Следи за тем, куда идешь. Я не хочу, чтобы ты во что-нибудь вляпался. О! Спасибо, Витёк, большое за рейд. Здорово, парни. Я тут играю в Легенду о Зельде с картриджа оригинального. Около... Ну, такая. Не то, чтобы прям супер ретро. Спасибо большое за рейд. Блять. ХП и так очень мало. Кажется, настают времена, когда пора с собой хилки таскать, а не... Усиление. Найс. Наверное, можно захилиться здесь. Привет, привет, парни. Ой-ой-ой. У меня опять звук придет. Как не играть, у меня звук придет. Может быть, разъем раздрочился? Ты просто не представляешь, как сильно он пердит. Это некомфортно. Стримить в таких условиях невозможно. Блин, это... Это катастрофа. Что если не в наушниках проблема, а... Переходники, ладно, у меня их несколько, сейчас попробую. Здорово. Спасибо за рейд. Два рейда подряд. Ё-моё. Я прям слышал, как этот рейд пропердел. Блин, что делать? Я не знаю. Может, комбик надо было перезагрузить, и все бы само собой решилось? Малюры гни для рейдеров. Малюры гни для рейдеров.
Спасибо, парни, за рейд. Всем привет. У меня тут что-то какие-то это... технические шоколадки происходят. Ну, бавить громкость — это какая-то тупая затея. Ай. Там, чтобы убавить чисто для меня, нужно сделать специальную настройку, отладить это все. Это, короче, полный отстой. У меня не стоит никакого этого микшерного пульта специального. Вдруг поможет придержать, но мне и так не особо громко. Да, надо быстрее данж туда пройти. Это само собой понятно. Так, ну это начало данжа, наверное, как обычно. Еп. При этом у меня только что наступил день рождения. Разве ты до этого не писал, что тебе там через несколько дней? Ну, неважно, с днем рождения. Чё как Зельда? Очень хорошая игра. Здорово, Кельн. Чё это от меня хотят здесь? А. Ну, Стас, я... скажу честно. Ну ладно, ничего не буду говорить. Я ничего не скажу. Конечно же, солнечный свет. Нам просто нужно достать немножко света, чтобы растопить лед. А скоро мы возьмем стихию. Понял. Понял. А с той стороны можно как-то пройти? Нет, захилиться, вот что я думаю. Из этих вас никогда ничего не выпадает, а стоит гарантированно. Я думаю, хватит. Как игра можно считать сложной? Нет, точно. Не про сложность совсем. Классная адвенчура исследовательская. Мне игра нравится. Ну, типа, ее вообще можно без проблем советовать играть сейчас, потому что она сохранилась идеально. Многие инди-игры даже до такого уровня сейчас не доходят, как она сделана. Эй. Что вы скажете, если секретные стены в Dark Souls были вдохновлены Зельдой? Только здесь это сделано лучше. Здесь у тебя есть специальная возможность тыкать стенку, протыкивать. А в Dark Souls тебе нужно прямо ее бить. Я скажу, что мне похуй. Закрой рот, тварь. Извини.
Бумеранг имба. О нет, мне нужен сундук. Тихо. Там что-то страшное снизу, змейка какая-то. Nintendo позиционируется не как для детей, а как family-friendly игры. Для всех возрастов. Просто нет проблемы детишкам играть в них тоже. Вы уж меня извините, но это немножко разное. Я хочу сломать те... вазы. Мне все еще кажется, что я правильно перевел подсказку, и в них должно быть что-то. Может быть, это те самые. Вот интересно, это задумано или мне просто повезло на рандоме, то что я выбил Кинстоун? Их же всосать можно. Заткнись. Парень, ты что-то расстраиваете меня, не пишите ничего в чат, хорошо? Куда это скинет меня? К сундуку какому-то? Я хочу сундук. Блять, это ловушка-джакушка. Нет тут никакого сундука. Что-то где-то произошло. Раз тут не весь лут заранее расписан, не рандом. Ну, из травинок рандомно выпадают. Рупи. Снупи, бупи. Рупии рандомно выпадают. Кинстоуны рандомно выпадают. Так, это все, конечно, хорошо, но я вообще не понимаю, где я и что я делаю. Это куда ведет? Так, это я сейчас сверху платформу закрыл. Кстати, лут расписан. Ну, в некоторых местах, вот, сердечко я выбивал гарантированно, а так не везде. Спустись вниз и там открой. Как у вас картинка этажей сложилась в голове? У меня ощущение, как будто я в рандомную комнату захожу. Ключик! Ну, было очевидно, то, что дадут именно ключик, а не какой-то лут второстепенный. Спуск к подъему. Из-за того, что комнаты разной формы, у меня все еще не сложилась картинка этажа. Даже сейчас я поднялся, мне как тяжело это воспринимать все еще. Так, и здесь мне нужно закрыть, чтобы я мог пройти. Ну, чуть-чуть вроде понял. Привет, Леонид 231. Привет, Фрагер Фит. Потяни рычаг у замороженного сундука. А может, мне не надо было здесь? Нет, надо было, все окей. Там сосули. Это к добру не ведет. Снова слизняк упал. Ладно, я потопал на такси. Давай, Янис, хорошей тебе дорожки, скоро уже затусим. Че с ним? Какой-то электризованный. Thank you.
Клюлес? Может, там теперь синий нужен Клюлес? Ай-яй-яй. Походу, когда он наэлектризован, я не могу его всасывать. Может, надо, чтобы он башкой в солнечное свечение упал? Когда он растает? Он что-то как-то сам туда загнался. Биг чест. С маленького слизняка. Огненная лампа. Эта штука освещает в темноте. Нажми клавишу, чтобы включить или выключить. Ого. Эффектно выглядит. Придешь я до сих пор? Сейчас пропал. Ой, блин, прям с лампой этой ходит постоянно, и можно бить. Кайф. Да хороший данж, отличный. Послезавтра ДР у меня. Так, нужно дособирать теперь, что мы пропустили. Ну, вообще, наверное, да, хотелось бы застримить на дыре. Они тухнут. Понял. Бухта стрим, не знаю, если честно. Да чтобы большое желание какое-то есть. Да, жаба. Это буквально первое, о чем я подумал. Чем мы сундук замороженный под водой находили? По-моему, на выходе из данжа здесь. Либо в городе, либо на выходе из данжа, не помню. Thank you.
Теперь мы знаем, какой должен быть звук. Для секреток. Ой. Что за бумпермен? Ключик. Блоки не толкаются. Блин, тут так много направлений, куда они могут толкаться, что-то вообще неохота проверять. Бля, вдруг секретка. Ой, блядь. Ой, ты сука. Ой, дождешься у меня. Вон пиздец. Не знаю, Миноборон. Вряд ли будет секрет секретки, почему нет? Да нет, стены вряд ли. Фу, у меня уже палец болит по крестовине так и лазить. Все нормально. Очень геймерная секретка. Ну, могли такую сделать. Почему нет? Чтобы в ней лежало что-то просто необязательное. Ну и секретка была мега очевидная, потому что там видно было, куда бомбу ставить надо. Секрет закопали, и такое может быть в старых играх на самом-то деле. Что-то супер неочевидное, что потом через года, через годы найдут. Так, нормалек. Плюс наверняка в этом данже еще есть кусок хелсапа. Потому что пока что вроде в каждом было. Ну-ка, их можно потушить? Ой, нет, нельзя. Почему в этой комнате темно, если здесь... Значит, кнопка А не нажималась. Блин, я так сдохну. Надо найти урну, в которой ХП выпадает. Нашли. Привет, гусач. Ой, придеть начал опять. Интересно, в чем проблема? В разъеме наушников, в аудиокарте, в софте где-то. Может, комп просто перезагрузить надо и все. Попердела, перестала. Абузер? Абузер. Опять не о нем. А у вас и не придет, оно только с моей стороны. Блять. Ой, я же с противоположной стороны был. Снова придеть начало. Ой, прям сильно. Такие искаженные звуки, кошмар. Я из-за передвижения не понимаю, что там по звукам происходит. А, ну и, видимо, я просто уперся в стену. Ой.
Ой. Тры есть не заняты? Ну, где-то... Есть маленькие совсем наушники. Неполные, которые. Затычки. Ну, что-то не знаю. Не хочу пока на них переходить. Да ё-моё. Я не могу сконцентрироваться на игре, потому что у меня просто пиздец какой звук отвратный. Так, на одной кнопке буду стоять я. Меня смущают камни эти. О, он проходит сквозь блоки, what the fuck. А, они еще не везде толкаются. Я думал, слишком просто все будет. Мне все в одну сторону, наверное, толкаются. Что-то странная тема. Да, блядь. Я могу толкать только с боков, получается. Сверху я не могу толкать. Задвинуть один из павнов. Да, имеет смысл. Но смогу ли я... Ну да, там ограждения стоят. Да-да-да-да-да. Ща. Не знаю, правда, стоило ли здесь задвигать. Сейчас разберемся. Странно, что они использовали блоки, которые использовали все это время только для толкания. Я вообще не в ту сторону думал. Па-па-пам, па-па-пам. Бля, скелет.
Блин, это же еще на время. Беги, Форест. Беги, давай, сука. Ладно, я лучше снизу буду заряжать, потому что сверху он укатывается вниз просто. Блин, вообще эта головоломка не сложная, но она типа такая. Во-первых, неудобное в управлении, во-вторых, короче, из-за того, что тут стоят блоки, которые всегда толкать нужно было, я вообще не в этом ключе думал. А, да? Ладно. Может, тогда клона сделать сверху попробовать? Стоп, так у меня и был клон сверху. Нет, у меня был снизу. Хорошо, давай попробуем сверху сделать клона, чтобы он не убился об стенку. Я вообще просто, ну, капельку нажал. Ну ладно, там можно, в принципе, притормозить попробовать. О, я вышел. Окей. Попробовал сразу несколько направлений удержать. Тогда он будет здесь убиваться об стенку. Без разницы. Да не, я ничего перезапускать не буду, я так прыгаю. Надеюсь. Хотя вариант, конечно, неплохой. Блять. Ну, может быть, реально переставить? Ее вниз очень легко переставить. Ладно, давай, дружище, забудем твою супертактику. Не факт, кстати, то, что она сейчас отменится по расположению. Не, отменяется. Привет, Ромик, Ромик, Рома. Да не, не надо, чтобы клон был подольше. Вообще ничего не менять не надо. Тихо. Лайфхак с льдиной сработал. Спасибо. Ладно. Черт. Когда они стали симметрично выглядеть, я себя почувствовал тупым. Зачем с той стороны еще плиты эти заряжаемые? Только не говорите, что нужно успеть все зажечь. Не, ничего не нужно делать. В той комнате сундук остался, только я не уверен, что к нему можно добраться из этого расположения. Нет, это комната ниже. Ай. О, лол, их можно воду сталкивать. Пойдем заберем. Твич, почему
Киш, почему Twitch показал мне 5 рекламных роликов посреди стрима, если тебе не платят за рекламу? Блин, зато если когда-нибудь выплатят, прикинь, как я обогачусь с того, что ты честно смотрел. Центов 20, наверное. По счету Твича какая-то супер дешевая реклама. При этом ее крутят так довольно часто. Я там какую-то автоматическую настройку поставил, чтобы Твич сам определял, когда нужно рекламу запускать. Мне ни разу реклама не выпадала. Ну, видимо, у тебя отблок стоит какой-нибудь. Ой, их тут два. На какую сторону вообще ссал? Может, с этой стороны и не высосать? Ну да. Ее поджечь можно? Обалдеть. Эта игра позволяет себе слишком много интеракций. Тихо, тихо. Нет, Breath of the Wild я не играл. Так, ну тот сундук надо на лодке забрать. И второй тоже. Дверь можно стоять как в Айзеке. В той комнате можно было, потому что там не было сразу лестницы. Ну, типа вот так, да? Как данж? Классный, хороший данж. Большой такой. Сейчас босяру пробудим с элементом. Мы сделали этот тиджик, теперь мы можем забрать с собой стихию. Было очень много проблем, но наконец-то мы это сделали. И... Что за... огоньки? Эй, что-то не так. Что? Что это такое?
тупой окторок украл наш элемент. Не стой здесь столбом. Нам нужно погнать за ним. Давай, Киджик. Хорошо. Мне очень нравится идея того, что, типа, ну, по факту это самые обычные маленькие мобы. Но из-за того, что мы сейчас очень маленькие, они выглядят такими монструозными. Так, давайте долутаем данж до конца. Осталось всего два сундука. Не с этой стороны. Сверху там, по-моему, проход был, да? А может и не сверху? А может и сверху? Это же в этом данже я еще падал с водопада, ё-моё, он реально гигантский. Может, телепорт есть какой-нибудь? Хороший. Может быть, и подойдет, кстати. А может, и нет. Это перед рычагом. Так, ну мы теперь должны быть на том уровне, да? Yep. Почему звук прозвучал, когда я зашел? Ого! 100 мистери шелсов равно 100 фигурок. Невероятно. Мне нужен супер эксперт легенды о Зельде, который все знает. В этом данже есть кусочек ХП. Или только хелсап с босса. Просто в прошлых трех данжах были кусочки ХП. Я не помню, я вроде здесь не брал еще, да? Или брал? Да вроде не брал. Если он тут вообще есть. Едем, 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 игнорируем их. Их не существует, если мы их игнорируем. Давай, давай, давай отсюда. Не брал. Хорошо, а теперь вторая часть вопроса. Если здесь, в принципе, хелсап. О, меня, кстати, смотрят зельдоплееры. Они просто скрываются. А, вот что это звук. Опускается проход вниз. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Давайте обратно к телепорту вернемся. Через какашка возов этих вонючих. О, опять звук зашакалился. Да я вроде не смотрел в камеру. Может, случайно? Ой. Даже есть название. Temple of Droplets. Блин, неплохая, кстати, идея гуглить. Сейчас босс убью и тоже загуглю, может. Можно ведь быть не только экспертом игры, но еще и экспертом Гугла. Там капелек? Дроплет это капля? Я думал, чем-нибудь типа рейндроп.
Опять звук шакалило. Он такой прям 3D-шный. Колючки какие-то. Возможно, колючками надо в него стрелять. Какой ужасный зашакаленный звук. Я почти подобрался к его анусу. Я думаю, не такая тактика, но я хочу хотя бы попробовать. Странный какой-то босс. Не, ничего не происходит, если я его ударю. Давай попробуем щит. Что теперь? Теперь мне нужно, видимо, все-таки ударить его. О, меня схавал. Нет? Может, хвост поджечь ему надо теперь? Как бомбу. Блин. Прекрати, дружище. Ну, один удар мы ему сделали.
Сейчас, блин, умру в детской игре. Блять! Прекрати так делать. Ой, я стрелять могу теперь мечом, кстати. Не знаю, пригодится ли это. Его, походу, вообще не нужно атаковать. Иными какими-то способами. Ну все, я съел. Че будет, если я засейвлю сейчас? Сейчас прикинь, короче, я засейвился. Полный гейм-овер и все с самого начала. Мне тоже хп не восстановили. Извините, но мне нужно домой. Птичка, забери меня. Ой, нет. Окей, спасибо, Пиповский. Да, можно зелье взять, но вообще в зелье большом нужды нет. Большой нужды нет, потому что я понял, как босс работает. И теперь... Опа, новый чили-босс приперся. Ну, приветик, спасибо, что приперся. О, этот красный пиколит. Что такое пиколит? Пайколайт. А, это что-то зельдовое. Грузится только зельда. Этот красный пиколит сделает твой квест. Твой квест значительно проще. А, он будет пищать, когда ты находишь сердечки. Ё-моё, тут все это время были штуки, которые помогают исследовать мир. И я только в самом конце про этого монаха узнал. Может быть, если бы я давно очистил это место, он бы пришел. Серьезно? Это еще, наверное, и временный эффект, да? Пустая бутылка. Он не находил пиколитов, чтобы их туда засунуть. И еще одна пустая бутылка. Белый пиколит для тех, кто хочет быть удачливым. Помогает чаще находить кинстоун кусочки. Нет. Чё-то эффект же вообще какой-то супер кратковременный, не? А, это, наверное, короче... Это, наверное, временный баф просто. Ты его хаваешь, и у тебя из травы чаще выпадают кинстоуны, чаще выпадает трава. А это помогает находить шеллы. Понятно. Короче, это не то, что я думал. Я думал, это типа, знаете, как радар там горячо-холодно на поиск хп-апов. И вот таких вот секреток. Чушь, короче, всякая. Сейчас я к торговцу заведуюсь. Вдруг у него что-то новое. Фу. Не, ничего нового. Знаете, где мы восстановим хп? С пекарни. Ой.
Давай сюда. Так ты его съел просто? Ну, я его съел, и на мне эффект висел. И пока на мне висит эффект, я из травы выбиваю чаще сердечки. Чё тебе надо, жаба? Там три эффекта. Сердца, кинстоуны и шеллы. Все это выпадает из травы, понимаешь? Чё, один хп только восстановил этим? Женя все такое по хп восстанавливает одному. Поспать можно, ну да. Поспать и дешевле получается, чем купить пару ее булочек. Ну, за деньги, да пофиг их дофига. Их собой... Не, ну вообще есть куда тратить. Можем самую дорогую комнату взять, да? За 400. Ой, извиняюсь. На гармошке сыграл. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это не совсем птица. Это... Миниш, который выглядит как шапка, которая выглядит как птица. Понял, казинок. Жесть, траву тоже можно жечь. Какой кайф. Вообще, кстати, тут рядом ведьма есть. Тут рядом есть ведьма, у которой можно было купить хилку тоже. И которая причем очень дешево стоит, 60, по-моему. Она явно здесь не просто так стоит. А баф мой не такой полезный, потому что он еще атаку дает, которая никак не задействуется в этом босс-файте. Пока, Коматос. Хочешь меня высосать, да? Можно, в принципе, да, сапоги поставить, но я не знаю.
Меч как бы тоже вообще юзлесный. Сапоги затащили сейчас. Новая атака появилась. Блин, сколько уже большого ранжа затягивает. Ой, ты чего? А чё, кстати, не выпил это? Что-то он какой-то слишком жесткий для маленького мопчика. Засать хочет. Нет? К сожалению, нет. Поблизки под углом неприятно. Еще страшно то, что засосет. Можно попробовать реально на ботинках убегать от его засасывания, и тогда не бояться этой атаки вообще. Просто не думаю, что я буду реагировать. Чуть-то как сильно сейчас бинды меняются. Ой. Да. Плюс ботинки требуют разгона, не, наверное, не убежать от засасывания. Фигач. Вообще так, конечно, на фоне прошлых боссов этот такой прям прикольненький. Не, прошлые тоже были прикольными, но просто... Не так хороши, как это. Ой, блин, и когда он теперь будет засасывать, непонятно. Попал? Да. Да прикольно выглядит такой полу-3D-шный. Ну, лавы был очень простенький. Не. Вообще, наверное, неплохая идея была жертвовать хп свое, просто чтобы эту атаку миновать и не париться уже о ней. Чувствую, как много здоровья. Бомба не засасывает? Не пробовал, кстати. Может быть, реально засасывает. Элемент воды. Ну, что-то там, короче, наделает. Кайфушечка. Ну, по карте и компасу мы точно все собрали. Фалсапы сказали, что вроде бы нет. Что за эмулятор? Дружище, спасибо, что спросил.
Вот так выглядит мой эмулятор. Так, все. На этом я пока все. Скорее всего, мне теперь с элементом нужно идти к королю. У меня опять начал приедеть звук. Жесть, я чуть не заморозил свой клюв. Что? О, нет. Что происходит? О, молоденький. Ребеночек, который хочет помочь принцессе Хайрула. Меня зовут Густав. Я был королем Хайрула бесконечное количество веков назад. Встань напротив меня. Только так я смогу открыть путь для тебя. Что это? Это был глюк, сон? Он сказал, что он был королем Хайрула? Эй, подожди, посмотри на свою карту, Тидж. Появилась какая-то отметка на ней. Хм, я думаю, то, что означает это, что это был не сон. А, ну что-то, блядь, да хватит перейти мне в уши. Я думаю, то, что нам туда стоит отправиться, когда мы зарядим твой меч этой стихии. Так что погнали в святилище стихий. А, как же он придолит. Только один слот, кстати, остался. Под банку, как будто тут что-то еще может быть. Было бы здорово, чтобы дали несколько банок. Бля, а что если тот же чел может продавать несколько банок, и я просто купил у него только одну? Ну, у вас там может быть какое-то шипение микро есть, потому что банальный звук в игре не очень качественный. А то, что у меня в ушах, это пиздос. Так, все, я засейвился. Вроде бы, еще раз на всякий случай засейвлюсь. Вроде засейвился.